Ружанский замок. Или Ружанский дворец. Это замок или дворец? Это одно и то же. Ё-моё. Я думаю, тут можно пройти. Ну, точно так же. Ты кто? Вау, вот тут прикольно. Подождите, подходите. Тоже подходите. Сейчас же потом все палку перебал. Опасная зона. Эй, не успел. Че у нас не ждать? Смотри, они как в этом. Как Дима Шурин там. Я вам закопал у водой. О, реально камень какой, покажи. Или что это? Не знаю. А выше подняться нельзя? Наверное, нет, да? Там просто никто не ходит, значит, явно нельзя. Так. Но. Что там, куда идем? О, сейчас у нас начнется настоящее выживание начнется. Ну давайте, кто смелый, вперед! А кто не смелый, тот не больно. Надо разливать. Нормально. Там закрыто, может, закрыто. Будешь сюда залезть? Пошли. Блин, я за любую движуху. Вау! Леха на шухере. Если я включу шухер, значит прячься. Надо подсветку хоть какую-то. Как я хочу тебя сверху взять? Чпок. Может, с другой стороны включайте? Не понял, здесь ярче фонарь? Дайте. Подземелье. На видео вообще. А смотрите, кто тут не живет явно. Вообще ничего не видно. Ну, заглажен. Кто залазит. Судя по отверстию, наверное, это змея. Ну, посмотри. Не угодит. Яма какая-то. Вдруг. Да, камни прикольные. Оля куда-то собралась. В камин. Что там?
Короче, я так скажу. Правило фильма ужасов. Сейчас начинается самое страшное, поэтому лучше уходить уже отсюда. Вау! Пошли с нами! А здесь тепло там. 5000 евро. Да, камни действительно прикольные. Все, возвращаемся. Здесь видно уже новые кирпичи. Достроено. Тут есть музей, который сейчас посмотрим, когда работает. Ну, фотографируется, да? Так, для общей информации. Ладно, погнали. Все, надо ехать.